нашей спиною. Остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется думать, что черные наши бушлаты дадут нам возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папиросы. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый почет для сапера. Не прыгайте сфингой на спину мою из ветвей. Напрасно стараться, я и с перерезанным горлом. Сегодня увижу восход до развязки своей. Проходим тылами, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я увидел, когда прокусили проход, еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух, уже повернулся верхушкой своей на восход. За нашей спиною в 6:30 остались, я знаю, не только паденья, закаты, но взлет и восход. Два провода голых зубами скрипя зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно уже поредевшая рота. Не важно, что было, а важен лишь взорванный тот. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.